Нет, Михаил, как бы собрать себе, я так понимаю, да? Он ее делал, да, из кого? Кого? Кто делал? Трука. А вы сейчас про все говорите? Вы сейчас про керамику говорите или про... Нет, я говорю про вот эту конструкцию с трубом. А как что, ну, трубу, вот ее просто выкинуть сразу надо. Почему покрасить? Да нет, она настолько, она хилая, как ее пальцо. Это ее надо переделать вообще. Так, тебе понятно? Да, а керамику? Александр, что на тебя падает? На самом деле нужно какой-то уголок, так сказать, затененный, да, немножко? Ну, вот когда поставим пришивать примерно конфигурацию. Стендер? Да, думаю. Я понимаю, но я в принципе для этого нужно хотя бы две стенки, иначе свет задавит. Да? Видно, что задавливает, нужно, чтобы там было потемнее. И потом нам нужно саму конструкцию сделать. В таком виде она, конечно, годится и уродит. Ну, вот та конструкция труб, на которой он просто лежит. Ну, еще нужно... подумать, как это подписать, потому что... Ну, вряд ли кто-то сразу поймет, что крутится там, что-то запазит. Это тоже можно проецировать текст в этот гиперкуб, гиперконус. Я думаю, мне кажется, нет. Нет? Текст. What is the text?